Губернатор Сергей Морозов встретился с лидером фракции ЛДПР, заместителем председателя регионального парламента Дмитрием Грачевым. Тема встречи – подготовка к рассмотрению в первом чтении проекта бюджета Ульяновской области на 2019 год. Мы готовы вас сейчас проинформировать о основных параметрах бюджета, проекта бюджета на 2019 и последующие годы. Вы знаете о том, что мы внесли его в законодательное собрание, и сейчас правительству и главам муниципальных образований, руководителям разных ведомств поручено неукоснительно все в сторону, сосредоточиться на работе на площадке законодательного собрания, чтобы вместе обсудить основные параметры и одновременно очень серьезно поработать как минимум к первому чтению по доходной части бюджета. Об основных параметрах бюджета рассказала заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева. Министр финансов Екатерина Буцкая заострила внимание на формировании доходной части бюджета. По ее словам, несмотря на то, что доходы значительно выросли, средств в бюджете недостаточно. К тому же они могут сократиться в результате новшеств в законодательстве. Самое основное, с чего хотелось бы начать, это, конечно, большая сумма об отмене налога на движимое имущество. То есть мы теряем практически миллиард, при этом федеральный центр планирует некую компенсацию в виде вручения норматива на алкоголь с 50 до 80%, но для нашего региона это всего 252 миллиона. То есть, конечно, в полном объеме той компенсации, которая планировалась, ее пока нет. Министр финансов выразила надежду, что депутаты законодательного собрания помогут изыскать дополнительные финансовые средства. Дмитрий Грачев предложил обратить внимание на некоторые источники, которые могли бы пополнить бюджет. Мы предлагаем усилить работу по проведению гаражной и дачной амнистии, что приведет к увеличению налоговой базы и, значит, увеличит поступление налогов в муниципалитет. А это, в свою очередь, позволит разгрузить областной бюджет и направить освободившиеся деньги на решение социальных программ. Мы также предлагаем очень внимательно ознакомиться с практикой соседних регионов в части увеличения источников дорожного фонда. Ряд цифр, к примеру, в Самарской области их 17, в Нижнем Новгороде 15, у нас всего 10. То есть здесь тоже фронт работы есть. Конструктивные предложения депутата фракции ЛДПР одобрил губернатор и члены правительства. Прозвучало от фракции ЛДПР предложение по серьезной проработке вопросов по парковкам на территории, во-первых, Ульяновска, ну и в целом в Ульяновской области. С этой проблемой действительно нужно очень системно и правильно работать. Дальнейшая работа фракции, администрации губернатора и правительства над проектом областного бюджета будет продолжена. Все предложения депутатов будут внимательно рассмотрены и реализованы. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.